Всем привет! Сегодня я приготовлю китайский салат из сырой картошки. Первым делом картофель натираем на терке для моркови по-корейски. К натертому картофелю добавляем чайную ложку соли, заливаем кипятком. Перемешиваем и оставляем на 3 минуты. Затем готовим заправку. Для этого в миску натираем чеснок. Добавляем соевый соус, рисовый уксус, чайную ложку сахара, чайную ложку соли, столовую ложку оливкового масла, черный кунжут. Хорошенько все перемешиваем. К заправке выкладываем картофель. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 10 минут. Затем петрушку мелко нарезаем. В тарелку выкладываем замаринованную картошку. Сверху посыпаем черным молотым перцем. Добавляем немного острого соуса. Посыпаем нарезанной петрушкой и хорошенько все перемешиваем.